Думаю, люди нашего поколения все помнят и ходили несколько раз на этот фильм. Итальянский, с гениальным актером и режиссером Паоло Виладжио. Ну, так в какой-то момент я чувствовал себя приблизительно так же. Вот. Сеньор Робинзон. В полупьяном угаре беспамятных дней я летел от себя, как в ночи воробей. И понять я не мог, как подкидыш чудной, что откроет мне Бог и что будет со мной. Я искал вдохновений в перекрестках пути и желал приключений до кипящей крови. Я попробовал много, но не все ощутил. Мне бы ближе до Бога, ну а я все грешил. Компромиссом не веря, ни своим, ни чужим, опостылил себе я, сам себе нелюдим. Но теперь вот судьба тормознула в глуши. Промеж двух континентов в таламанской тиши, между двух океанов, на границе двух стран, среди плантаций бананов и лесных обезьян, залег, как в берлоге, все вокруг словно сон. Сам я остров себе, а душа Робинзон.